Яйца для роста мышц. Яйца считаются одним из лучших источников белка для культуристов. Чтобы получить максимальное количество белка, необходимо принимать яйца целиком. Достаточно около 2 желтков, чтобы не повышать вредный холестерин и получать порции полный состав. Помимо 13 жизненно важных витаминов и ценных минералов, куриные яйца содержат высококачественный протеин, большая часть которого, как нетрудно догадаться, приходится на белки. Яичные белки – это настоящее хранилище аминокислот, включая аминокислоты с разветвленными боковыми цепями – лицин, валин и изолицин. Причем все эти замечательные вещества содержатся в яичных белках в самых, что ни на есть, правильных пропорциях. Именно таких, какие необходимы для блокировки распада мышц, расщепления гликогена и увеличения чистой массы. Яичный протеин настолько совершенен, что специалисты по питанию приняли его за золотой стандарт. И все остальные протеиновые продукты, проходя проверку на прочность, сравниваются именно с этим эталоном. Говоря по-научному, яичные белки обладают очень высокой биологической ценностью. Биологическая ценность – это мера качества любого протеинового продукта, выражающая, насколько эффективно данный протеин используется организмом для роста. В рамках шкалы, где 100 – высшая биологическая ценность, яичный белок находится на отметке 94. Для сравнения, молоко – 85, рыба – 80, мясо – 70, а пшеница и рис – 64. Эти цифры говорят о том, что ваши мышцы поглощают яичный протеин гораздо легче, чем любой другой. Добавьте сюда тот факт, что яичные белки – самая чистая и самая натуральная форма протеина. И вам станет ясно, почему среди культуристов они пользуются таким безоговорочным признанием. Обычная практика спортсмена состоит в том, чтобы отделять белки от желтков. Дальше белки отправляются в желудок, а желтки – в помойное ведро. Такой подход диктует наука. В желтках, мол, страшно много вредных жиров и холестерина. Кстати, весь холестерин, содержащийся в яйцах, где-то 300 мг, действительно содержится целиком в желтке. Но вот проблема. Белок содержит лишь 3 грамма протеина с коэффициентом биологической ценности 85. Добавьте к белку желток, и количество протеина удвоится, а биологическая ценность вырастет до 94. К тому же, в дополнение вы получите немало важных витаминов и минеральных веществ, которые можно найти только в желтке. Не будет ли все это достаточным основанием, чтобы пересмотреть отношение к желтку? Тем более, ученые установили, что жиры желтка относятся к полинерастворимым, а значит, довольно безопасны в смысле сердечных заболеваний. Да, культуристу стоит из рекомендуемых по утрам 10-11 яиц оставить хотя бы 1-2 желтка и перемешать их с белками. Желтки задерживают быстрое выведение еды из желудка в кишечник. А это, в свою очередь, тормозит обычно быстрое повышение уровня глюкозы в крови. В ответ на замедление темпа накопления глюкозы меньше, выделится инсулин. А это означает, что и жира после еды под кожей отложится меньше. К тому же, 1-2 желтка будет достаточно, чтобы обеспечить организм культуриста холином, биологическим соединением, которое крайне важно для печени. А что же с холестерином? В самом деле 10-1 желтков в этом смысле будет многовато, а вот 1-2 не нанесут никакого вреда. Кстати, в США были проведены широкомасштабные исследования с целью определить истинный вред яиц. С объектом изучения стали 27 тысяч добровольцев с разным отношением к яйцам. Кто-то поедает их регулярно, ну а кто-то уже забыл, когда в последний раз их ел. Вывод ученых однозначен. Тот, кто ест яйца, питается более полноценно, в частности, потребляет куда более витаминов В12, С, Е и А. Вдобавок исследования преподнесли неожиданные сюрпризы. У тех, кто съедал до 4 яиц в день, уровень холестерина в крови оказался ниже, чем у тех, кто ограничивался одним яйцом. А вот итоги другого опыта. Здоровые 40-летние люди, общим числом 24 человека, в течение полутора месяцев поедали по 2 вареных яйца. В результате уровень хорошего холестерина у всех без исключения повысился на 10%, а общий уровень холестерина всего на 4%. Другой пример. Врачи обследовали 76 бодибилдеров, сидевших на яичной диете с высоким содержанием жиров и холестерина. Причем недельная норма употребления яиц у некоторых качков переваливала за 100 штук. И что же? Общий уровень холестерина в крови у культуристов оказался не выше, чем у обывателей, которые вообще яиц не едят. А вот хорошего холестерина у качков оказалось намного больше. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!